Девчонки, всем привет! Сегодня мы пороемся в моей сумке. Я вам расскажу и покажу, чем я чаще всего пользуюсь, что я беру с собой на работу, либо куда-то, куда я иду. Итак, приступим. Сумка у меня не миниатюрная. Сумка у меня не маленькая, такая вместительная, потому что я люблю носить всего и побольше. Это подарок моей подружке. Машуля, привет! Такая вот она коричневая, под кожу питона, с таким вот аксессуариком, не знаю, как замочек такой здесь на замочке. Кармашек. И здесь тоже открывается. И такой вот большой карман. Ну что ж, а теперь приступим смотреть именно внутренности сумки. В этом маленьком кармашке очень-очень удобно хранить. Я сюда кладу ключи от работы, от дома. Очень удобно, потом не нужно искать в самой сумке. Внутри сумка выглядит вот так, там тоже множество кармашек, один отдел. Косметичка. Что в косметичке, я вам тоже покажу. Так, влажные салфетки. Это в основной сумке. Кошелек у меня такой продолговатый, он уже у меня очень-очень старый, кстати, не порвался, ничего, надо, пора бы его заменить. Так, дальше у меня здесь лосьон для волос, мне он очень нравится, им пользоваться перед выходом, чтобы волосы не электризовались, ну и также тут написано, что это защита цвета, укрепление волос, ну как-то особо он с этими своими функциями не справляется. Только чтобы волосы не электризовались. Так, дальше у меня здесь такой вот чехольчик для телефона. Мой телефон уже сюда не вмещается, естественно. Он огромный. Но здесь я храню наушники. Очень удобно. Ничего не путается. Дальше у меня лежит здесь крабик на всякий случай. И все. В кармашке паспорт. Я всегда с собой ношу видеокамеру. В этом чехольчике был подарок, но я теперь его использую для пинцета для линз. И как она называется? И контейнера для линз. На всякий случай. Дальше в этом кармане у меня больше ничего не хранится. В другом кармане тут всего три кармашка. Один карман тоже для телефона, и он мне сюда не помещается. В другом кармашке жвачки. И в последнем кармане бальзамы для губ. Один у меня от Maybelline, Baby Lips. Пахнет персиком, бежевый. Очень мне нравится. И от Nivea, фруктовое сияние. Красный, с таким вот красноватым оттенком. Помадами особо я не пользуюсь, поэтому только бальзамы для губ. И также духи, миниатюрные такие духи. Очень удобно их брать куда-то с собой. Вот такие вот у меня от Yves Rocher. Neroli. В общем, как-то так, очень классно пахнут, мне очень нравится. Ну и все, сумкой. Все, больше я ничего особо такого с собой не таскаю, потому что у меня
Чаще всего, когда я хожу на работу, у меня там и тормозок, и вода, и так далее. Поэтому все особо сильно не местишь. А, у меня еще раз всё расческа была здесь. Я не знаю, куда она делась. Так, сейчас я вам покажу, что непосредственно в моей косметичке. Что я ношу именно. Тут не вся моя, естественно, косметика. А что я ношу именно с собой на работу. Подправить макияж, либо куда-то там по делам, куда я хожу, в гости и так далее. Итак, косметичка. Здесь вот такой кармашек у меня, и вот здесь я храню невидимки, на всякий случай. Так, в этом кармашке у меня матирующие салфетки, очищающие салфетки с матирующим эффектом. Даже так. Потом резинка тоже выручает иногда. Ну и какие-то, не знаю, визитки. Какой-то разный вид. Итак, здесь у меня разные мои необходимости. Компактная пудра. Как бы два в одном. И зеркальце, и пудра. Чтобы лицо не было блином жирным. Итак, Etoile Cosmetics. Минеральная пудра, мне очень нравится. Дальше. На всякий случай маленький тональный крем. Тушь. Карандаш, то ли для бровей, то ли для губ, я еще не определилась. Щеточка здесь для бровей, а карандаш очень-очень такие отдает краснотой, еще и с блестками. Ну, вряд ли его можно как-то, я не знаю, как я его выбирала, вряд ли как-то его можно использовать для бровей. Я его использую для губ, использую для губ. Очень мне нравится. Он такой мягкий, подходит под тон моих губ и под какие-то помады. Поэтому это два в одном. В общем, щеточкой я расчесываю свои брови, когда они у меня в течение дня в разные стороны. А это я использую для губ. Карандаш. Дальше здесь у меня подводка. На всякий случай тоже, если что-то потечет в течение дня. Карандаш. Тоже для глаз. Почему тоже? Ну да, подводка для глаз и карандаш для глаз. Вот в таком вот виде у меня кисточка для пудры. Такая вот в миниатюрном виде. Да. Дальше разные блески, которым я могу там подправить как-то свои губы на работе. Коричневый, который вот сейчас на мне, и такой пахнет шоколадом, прям шоколад. Хочется съесть. И такая вот розовая, тоже освежить образ можно. Ну и такая вот двойнушечка, дуэт теней. Такие вот белые, перламутровые и черные. Если что, там на всякий случай жизни и свежесть глазам придать. И какую-то стрелку сделать, либо дымку. Всегда тоже можно. Ну, в принципе, все. Все, что у меня лежит, все, что я с собой ношу, я вам показала. Спасибо, что оставались со мной. До новых встреч. Пока-пока. Мы же вместе, мы же рядом, ту-ту-ту. На-на-на, вместе навсегда.